Английский язык Rainbow English. Учебник 7 класс, первая часть. Упражнение 10 в юните 2 в степе 9. Так, нам нужно убедиться, что мы знаем, как писать эти все слова, поэтому подготовьтесь написать диктант. И перед нами слова, которые вы должны были по этому параграфу пройти, поэтому давайте прочитаем и переведем, напомним. Итак, какие же слова? Air – воздух. Already – уже. Awful – ужасный. Beginning – начало. Borrow – заимствовать. Borrowing – отсюда производное слово – заимствование. Carry – нести. Childless – слитно пишется, если что. Бездетный. Cloudless – безоблачный. То есть вот это вот окончание less означает отрицание, вот как бы наличие вот этого существительного. Crazy – сумасшедший, безумный. Develop – развиваться. Dictionary – словарь, имеется в виду книга, как словарь. Dislike – не любить, не нравится. Endless – бесконечный, бескрайний. Even – даже. Ever – когда-либо. Fantastic – фантастический, чудесный, то есть много вариантов. Feeling – чувство. Follow – следовать. Handy. Ну, у нас вариант есть как то, что под рукой находится, но есть вариант еще удобный. У вас, по-моему, как он то, что под рукой. Happening – событие. Hateful – ненавистный. Homeless – слитно пишется. Бездомный. Just – только. Только что. Maybe – возможно. Meaning – значение. Meeting – встреча. Need – нужно. Нужно или нуждаться. Only – только. Prefer – предпочитать. Probably – слитно пишется. Возможно, вероятно. Pronounce – произносить. Sound – это или звук, а если это глагол, то это звучать. Speech – речь, а speechless – если слитно будем писать, то это безмолвный, в принципе, немой можно еще перевести. Stupid – глупый, прям такой сильно глупый. Such – такой. Terrible – ужасный. Ton – сложно читается, это язык. Useless – бесполезный. Vocabulary – если вот напомнить, dictionary – это книга, словарь, то вот это словарь, который у вас в конце учебника, то есть список слов в определенном учебнике, параграфе, или же это словарный запас, которым вы владеете, или который есть наличие всех слов в каком-то языке. И yet – такое сложное словечко. Оно у нас переводится как «уже» в вопросах в present perfect, а если в отрицательных предложениях переводится как «еще не».